how all the different shastras have come from here, from Vidyanagara. Bhagavatam, everything has originally come from Vidyanagara. Из Навадви Падхама Махатми описание того, как все шастры на самом деле изначально происходят из этого места в Навадви Падхаме. Chapter 13. Okay. Jaya Gaura Nityananda Advaita Gadadha Shiva Shri Navadvipa Kirtana Saga. Слава Шри Гаурахари, слава Шри Нитянанде Прабу, слава Шри Адвайте Ачарье, слава Шри Гададхари Пандиту, слава Шри Васу Пандиту, слава Шри Навадвипатхаме, океану Киртана. Шри Видьянагаре Аси Нитянандарай, Видьянагаре Ртатпа Шри Дживе Шикай. Придя в Видьянагару, Нитьянанда Прабху поведал Дживе о трансцендентной природе этого места. Нитьядхам Навадвипа Пралая Самай Аштадала Падма Рупи Таки Шуддахой. Вечная Навадвипадхама, имеющая форму восьмилепесткового лотоса, сияет нетронутой чистотой даже во время разрушения Вселенной. So what did he just say? What did Nityananda Prabhu just say now? Что он только что сказал? Yeah. What did he say? Read that shloka again. Вечная Навадвипадхама, имеющая форму восьмилепесткового лотоса, сияет нетронутой чистотой даже во время разрушения Вселенной. So what is Nityananda telling? Так о чем? Навадвипа never destroyed. Yes. And it has the form of an eight-petaled lotus. То есть, да, Навадвип никогда не уничтожается и имеет форму восьмилепесткового лотоса. Now Nityananda Prabhu is going to tell what are the glories of this place, Vidyanagara. Теперь Нитьянанда Прабху будет описывать славу Видьянагара. Listen very carefully to all these verses. Слушайте очень внимательно. Сарва аватар ар дханья дживаджата камалер экадаш экадеше таке катошата. Во время пралаи все воплощения Бхагавана и множество удачливых джив укрываются внутри этого лотоса. What is he telling? Так о чем он тут говорит? Sarva avatar. All avatars. Все аватары. Of Bhagavan. Бхагавана. And also all the innumerable living entities. И несметные живые существа. They stay in one section of that lotus. Остаются всего лишь в одной секции этого лотоса. Which lotus? Какого лотоса? Навадвипадхама. How many petals on that lotus? Сколько лепестков на нем? Yes. Восемь. So here Nityananda is saying, when the annihilation takes place, all the incarnations of Bhagavan, all the living entities, they stay in one little part of that lotus. И здесь Нитьянанда говорит, что когда начинается разрушение Вселенной, все аватары Бхагавана и все живые существа, они остаются всего лишь в одной частице этого лотоса. So now we're going to hear one by one how Nityananda is telling about each different incarnation, how they are here in Navadvipdham. И теперь мы услышим о том, как одно за другим Нитьянанда Прабху описывает, каким именно образом все различные инкарнации находятся здесь, на Навадвипадхаме. Ритудвип антаргата эвидьянагаре матсья рупи бхагаван сарвавиде харе. Сюда, в Видьянагару, расположенную на Ритудвипе, Господь в образе рыбы приносит веды. So which incarnation is this? What form? Fish. And what did he do in his fish incarnation? He brought the Vedas, because he was carrying all the Vedas, Matsya, he brought the Vedas here, to Vidyanagar. Matsya, он нес на голове все Веды и принес их сюда, в Видьянагар. This is situated in one section of Ritudvip, that petal called
Ритудвип, island of Ritudvip. Виджинагар находится в одной части острова, который называется Ритудвип. Sarva Vidya Take Ved Ashraya Korea Shri Vidya Nagare Nam Estandhya. Поскольку здесь, приняв прибежище у Вед, присутствуют все виды знания, это место стало известно как Видья Нагара. What is the meaning of the word Vidya? Что означает слово Видья? It means, yes. It means, Vidya means knowledge. So Vidya Nagar means the Nagar, the village where all Vidya is there. То есть Видья Нагар это та деревня, в которой находится все знание. Because it's in Navadvip Dam. This is the significant thing. That it's within Navadvip Dam. Эта деревня находится в Навадвипатхаме, что важно. А Навадвипатхама бесконечна. Now he tells another incident. И теперь другой инцидент. Puna jabe shrishti muke brahma mahashai ati bita hondeki sakala pralai. When Brahma again became inclined to create, he became fearful to see this annihilation. Когда Брахма собирался вновь приступить к процессу творения, ему мешал страх последующего за этим неизбежного разрушения. Секале прабу крипа хой тар прати эстан пее бхагаване коре стути. Seeing Brahma very fearful, Brahma had so much fear, then the Supreme Lord bestowed mercy upon Brahma. And as a result of that mercy, then Brahma was able to offer prayers to him at this very place, Vidyanagar. Видя беспокойство Брахмы, Верховный Господь одарил его здесь своей милостью, и Брахма обрел способность вознести ему чудесные молитвы. Это было здесь, на Видьянагаре. Мукка кули варат кале деви сарасвати, Брахма джива хойте джанме ати рупавати. As soon as Brahma opened his mouth after receiving this blessing, and as soon as he opened his mouth to offer prayers, the most beautiful Saraswati Devi appeared on his tongue. Прежде чем он начал прославлять Господа, на его устах появилась прекрасная Сарасвати Деви. Who is Saraswati Devi? Кто такая Сарасвати Деви? What is her power? Yes, she is the goddess of learning, Saraswati. So, as soon as Brahma opened his mouth, immediately Saraswati, so beautiful, Saraswati Devi appeared on his tongue. On his tongue. То есть стоило ему открыть уста, Сарасвати Деви прекрасная появилась на его языке. Now, Saraswati Shakti Peye, Deva Chaturmukha, Shri Krishna Kore Nastava Peye Varasukha. By the potency bestowed by Saraswati Devi, the four-headed Brahma, overjoyed, he offered his prayers to Shri Krishna. И благодаря ей четырехликий Брахма в блаженстве прославил Шри Кришну изысканной поэзией. Shristi jabe hoy maya sarvadik geri virajara pare take gunatrai dhari. So Sri Nityananda Prabhu then said, O Jiva, at the time of creation, Maya Devi resides in the material world with the three modes of material nature, ignorance, passion, and goodness. And she resides on the other side of the Viraja River, which you mentioned today. Okay? Нитянанда Прабху продолжал. С самого начала творения Майя Деви пребывает по эту сторону реки Вираджи в материальном мире, проявляясь как три гуны природы – невежество, страсть и благость. So Nityananda is telling that the great sages who live in this material universe, they always try, continually, without tiring, they try to reveal true knowledge within this universe. This is what they do.
This is what the great sages do. Нитьянанда Прабху говорит здесь о том, что с самого начала творения великие мудрецы без устали пытаются открыть людям настоящую как бы природу вещей. So, this universe, it is manifested from which potency of Krishna? Какая энергия Кришны проявляет эту вселенную? Vishnu. No, which potency? Maya which shakti? Maya. Yes, Maya shakti has created this universe. So, the sages, all the great rishis, sages, they try to give real knowledge to the people within this universe. That is what they're always trying to do. И все настоящие мудрецы, риши, они всегда стараются открыть истинное знание этому миру. Это то, чем они постоянно занимаются. So, they come here, those sages, they come here to Vidyanagar. This is also called Sharada Peet. И эти мудрецы приходят сюда, на Vidyanagar. Это также называется Sharada Peet. And this is the way, the place where Saraswati Devi lives here always. И Сарасвати Деви всегда здесь обитает. And they come, the sages come here to this place. They take shelter of Saraswati Devi, and in that way they can defeat ignorance. И придя сюда, мудрецы принимают прибежище у Сарасвати Деви, и благодаря этому могут победить невежество. Чошати Видьярпат Лой Ришиган Dara tale stane stane kori vigyapan. Which verse is that? This is verse 14. Постигнув 64 вида знания, риши передают его миру. JJ Rishi JJ Vidya Kore Adhyayan Epite Seisabar Stana Anukshan. Vidyanagare мудрый человек может с легкостью обрести любой интересующий его вид знания. Шри Валмики Кавья Раса Эйстане Пай Нарада Крипай Тэхо Айла Хитай. По милости Нарады сюда пришел Вальмики и, обретя вкус к трансцендентной поэзии, написал Рамаяну. Данвантари Аси Хейта Айурведа Пай Вишвамитра Ади Данур Видья Шики Джай. Здесь Данвантари постиг знания Айурведы, а Вишвамитра и другие мудрецы изучали Данур Видью, искусство стрельбы из лука. Шонакади ришиган паде веда мантра дева дева махадева алочая тантра. Мудрецы во главе с Шонакой Риши обучались тут искусству произнесения ведических мантр, а повелитель полубогов Махадев изложил здесь тантру. Even Mahadev Shiv came here to teach the highest knowledge. Даже Махадев Шив приходил сюда, чтобы учить высочайшему знанию. And the great sages like Shonaka. Shonaka Rishi is in the Srimad Bhagavatam. He was the leader of all the sages who were hearing Bhagavatam from Suta Goswami. И даже Шонака приходил сюда. О Шонаке Риши говорится в Шримад Бхагаватам. Он был лидер всех тех мудрецов, которые собрались слушать Шримад Бхагаватам с уст Шукадева Госвами. No, from Suta Goswami. Suta Goswami, yeah. Простите. So, Shonaka Rishi, he learned how to recite the Vedic mantras in this place. И Шонака Риши учился произносить ведические мантры именно здесь. Брахмачари мука хойте веда чатуштай ришиган прартаная карила удай. По просьбе мудрецов Брахма четырьмя устами проявил в Видьянагаре четыре веды. What did Brahma do here? Что здесь Брахма сделал? He manifested the four Vedas here. Он проявил здесь четыре веды. Капила, Вачила, Санкья, Эйстане Баси, Ньяй, Тарка, Пракашила, Шри Гаутама Риши. Капила создал здесь философию Санкья, Шри Гаутама Риши, Ньяю, логику и Тарку, доказательство. Вайшасика, Пракашила, Камбука Муни, Патанджали, Йога Шастра, Пракаши Апани. Здесь же мудрец Камбука, или Канада, основал философию Вайшешики, а Патанджали – йога-шастру.
Jai Mini Mimamsa Shastra Karila Prakash Puranadi Prakashila Rishi Veda Vyas. Jai Mini Rishi написал Vidyanagari Mimamsa Shastru, а Веда Вьяса Пурана и другие священные тексты. Pancharatra Naradadi Rishi Panchajan Prakashiya Jiva Ganeshikai Sadan. Пять мудрецов во главе с Нарадой создали здесь Панчаратру, чтобы дать дживам наставление по садане. Эй упаване сарва упанишада гана бахукал шри гауранга коре арадхана. Олицетворенные упанишады также долгое время жили в этих лесах, поклоняясь Гауранге Махапрабху. Who stayed here to worship Gauranga Mahaprabhu in this forest? The Upanishads. Upanishads. Yes, yes, the Upanishads. And they worship Gauranga Mahaprabhu for a very long time here. Здесь они очень долгое время поклонялись Гауранге Махапрабху. Алакшье Шри Гаура Хари Сейсаб Кахила Ниракар Будхи Тава Хрдай Душила. Но однажды Шри Гаура Хари, не являя себя их взору, обратился к ним. Ваши сердца осквернены представлением о том, что Бхагаван не имеет формы, Ниракара. Who was telling them? Кто это им говорил? Гаур Хари himself. Сам But he was not revealing himself, only his voice came. Но он не показывался им, только с помощью голоса он с ними говорил. And he told to the Upanishads, he said, your hearts are polluted by understanding that Bhagavan has no form, Nirakara. И он сказал Упанишадам о том, что их сердца сквернены их представлением о том, что у Бхагавана нет формы. So now Gauranga is talking to the Upanishads, who are personified as sages. Гауранга таким образом беседовал с олицетворенными упанишадами, которые пришли сюда Now как мудрецы. Them something very important. И теперь он им говорит кое-что очень важное. Сабе шрути рупе, море на паибе, амара паршада рупе, джабе джанмалабе, праката лилай табе декибе амай, мама гуна киртана карибе убарай. В облике Шрути вы не сможете достичь меня, но, родившись как мои спутники, вы войдете в мои проявленные игры и прославите мое имя. So, what is he telling? Так что он говорит Упанишадам? He's saying, in your form that you now are showing of the Shrutis, great sages, Shrutis, he's saying that you cannot attain me in this form. Он говорит, что вот в той форме, которую они приняли, эти олицетворенные Шрути, как мудрецы пришедшие, вы не сможете достичь меня в этом облике. But when you take birth as my associates, но когда вы родитесь как мои спутники, then you will witness my pastimes. Вы будете наблюдать мои игры. Then both of you, the Upanishads and the Shrutis, you will both glorify me. И вы все, Упанишады и Шрути, будете прославлять меня. So what form did these Upanishad personified and the Shrutis personified, what form did they take as the associates of Krishna in his pastimes? И какую же форму они принимают как спутники Кришны в его играх? Махарадж спросил спутники Кришны. Шрути Чари Гопи. Махапрабху is telling them that, but that's still in the future when Krishna will come, and Mahaprabhu will come. But his voice is telling them this. Махапрабху говорит им об этом, но это все равно дело будущего, когда Кришна придет на планету и когда Махапрабху придет на планету. So what form did they take in Krishna's pastimes? Some kind of gopi. Yes, they became gopis. And those are the gopis who did all this Katyayani Vrat. Это те гопи, которые проводили Катьяяни Врату, чтобы получить Кришну мужем. Они были очень маленькими, юными. And for one month after Kartik, и один месяц после Картики,
Они поклонялись Катьяяне Деви на берегу Ямуны in the cold weather of the winter. В холодную зимнюю погоду. And every day they took bath in Yamuna. И каждый день принимали омовение в Ямуне. And then on the final day of their vrat, и в последний день враты, who came there? Кто туда пришел? First of all, Radharani and her direct associates joined them. Вначале Радарани и ее прямые спутницы пришли туда, присоединились к ним, потому что те пригласили их. Before, Radharani was not doing with the young gopis. До этого Радарани не проводила никаких обрядов с юными гопи. Но эти юные гопи попросили Радарани и ее сакхи to come on the final day. Прийти в последний день. And there would be like a festival. Ну, чтобы провести что-то подобное празднику. So now, when all the gopis, including Radha and the others, they were bathing in the Yamuna, but they left their clothes on the bank. И все эти гопи, включая Радарани с подружками, все они купались в реке, и поскольку никаких мужчин вокруг не было, они оставили свои одежды на берегу. But now who came there? И кто же туда пришел? Krishna and some cowherd boys with Krishna. С пастушками. And he very quickly collected all their clothes. Он очень быстро собрал все одежды, забрался на дерево с одеждами. And the gopis were there in the water and they were cold and they were shivering. Им было холодно, они дрожали. And they wanted to come out. Они хотели выйти из воды. So then Krishna said, Krishna сказал, I will give you back your clothing, я вам отдам each one of you one by вашу one одежду, by one. Но вы должны поодиночке выйти из воды, and you have to hold your hands above your head like this, поднять руки над головой, showing a great показывая honor, великое почтение. And then I will give you your clothes. И тогда я вам верну одежду. And the gopis began arguing, no, 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 we cannot do that. А гопи стали спорить, да не можем мы так сделать. Because they were holding their hands in потому front of their они, body. Потому что они прижимали руки к телу, стараясь said, прикрыться. No, you have to hold your а Кришна hands above сказал, your head. Нет, нужно руки поднять над головой. And finally they obeyed. And then he said they had to take pay obeisances on the shore. Они подчинились, а потом он им сказал, что им еще и нужно поклониться на берегу. So they were arguing with Krishna, but eventually они спорили с Кришной, но в конце концов согласились. Why did Krishna do that? Почему Кришна это сделал? Because they prayed to Krishna. Потому что они молили Кришну, чтобы тот стал их мужем. That's what they were praying for. Об этом они молили. And therefore, поэтому Йогамая организовала, чтобы Кришна пришел like they are his wives. И вел себя с ними как с женами. Because in Vedic culture only the husband can see the wife. Потому что в ведической культуре только муж может видеть жену без одежды. Krishna сказал, ну вы молились, я вас принимаю, идите. И когда они оделись, он сказал им, я вами очень доволен. И помните, это Упанишады, не просто гопи. Это Упанишады, которые родились гопи. Они молились многие жизни, чтобы стать прямыми спутницами в настроении гопи. И их желание было удовлетворено. And Krishna said, in the coming months, и Кришна сказал, в ближайший месяц, в ночь полнолуния, I will dance with all of you. Я буду танцевать с вами со всеми. So in this way, that pastime, these Shruti, these Vedic personified, they came here, and Mahaprabhu told them. И таким образом, эти олицетворенные веды пришли сюда, и Махапрабху сказал им. And Mahaprabhu's voice. Голосом своим. Что в будущем они родятся его спутниками. And then when the Shrutis heard what Mahaprabhu told them, they became stunned. И когда Шрути услышали слова Махапрабху, они оцепенели от изумления. Then they secretly they remained in this place, Vidyanagar. И тайком они остались здесь, в Видьянагаре. They began to wait for the age of Kali to come. И стали дожидаться, когда настанет эпоха Кали. Эй, дханья Кали-юга, сарва-юга-сар,
Джахате хойло Шри Гауранга Аватар. Это благословенная Кали-юга, лучшая из всех, ибо отмечена явлением Гауранги Махапрабху. Why is this Kali-yuga? This one. Why is this topmost? Почему наша Кали-юга самая величайшая? Because Потому что Махапрабху Kali-yuga, появился в эту Кали-югу, не в другие. Данья Кали-юга, Сарва-юга-сар. Сарва-юга-сар means this Kali-yuga, this Данья Кали-юга is the essence of all other yugas. Сатья-юга, Трета-юга, everything. Сатья, Сарва-юга-сар is the essence of all other yugas. This Данья Кали-юга, so fortunate. Эти слова означают, что эта Кали-юга, она является сутью всех других юг. And why? Because Sri Gauranga Avatar. Почему? Потому что Шри Гауранга Аватар явился. Vidya Lila Koriben Gauranga Sundar Ganasaha Brihaspati Janme Atakpara. Вместе со всеми остальными спутниками Господа здесь родился Брихаспати. Он знал, что Гауранга Сундара будет совершать в этом месте свои игры. Васудев Сарвабхаума сей Брихаспати Гауранге тушите ятна корилена ати. В Гауралиле его звали Васудева Сарвабхаума. Всеми силами он старался доставить радость Шри Гауранге Махапрабху. Прабу мор навадвипе Шри Видья Вилас Корибен джани мане хойя удас. Узнав, что Господь в образе великого пандита будет совершать на Вадвипе свои игры, Брихаспати не смог более оставаться на сварге. Он думал, что мне тут делать? Индра саба парихари нижа ганалой джанмилен стане стане анандита хой. Он покинул собрание Индры, торопясь принять рождение близ Видьянагара, в окрестностях которой явились и другие жители райских планет. So, who came here and took birth here? Кто здесь родился? Брихаспати. Брихаспати, because Брихаспати realized that very soon Гауранга Махапрабху is going to take birth in Навадвип. Потому что он осознал, что очень скоро Гауранга Махапрабху родится в Навадвипе. Сарвабхаума. So then, yes, Indra Sabha Parihari Nija Ganaloi Janmilen Stane Stane Anandita Hoy. 33. Он покинул собрание Индры, торопясь принять рождение близ Видьянагары, в окрестностях которой явились и другие жители райских планет. Эй Видьянагарите Кори Видьялой Видья прачарила Сарвабхаума Махашай. Сарвабхаума Махашай открыл школу Видьянагаре и стал преподавать. Паче видья джале дубе харати гуранга э мане кори эка кори лен ранга. Но спустя какое-то время он начал думать: я ведь могу лишиться общения с Гаурангой, запутавшись в сетях у сухого умозрительного знания. И тогда у него созрел план. Ниджа шишья гане рар Раки, Надия Нагаре, Гора Джанма Пурве Тео, Гела Дешантаре. Незадолго до явления Гауранги он оставил своих учеников и покинул Надию. Мане Баве Джадиами Хао Гаурадас, Крипа Кори Море Прабу Лой Бен Паш. Я слуга Гауранги, и он непременно отыщет меня, думал он. Эй, Бали Сарвабхаума Джая Нилачала, Майявада Шастра Тата Корила Прабала. С этими мыслями он отправился в Нилачалу, где стал обучать философии Майявады. So isn't that a strange thing? That разве не странно, he's a great Vaishnava, что он великий Вайшнав? He wants to go to Nilachala, to Jagannath Puri, and preach Майявада philosophy. Но теперь хочет отправиться в Нилачалу и учить философии Майявады. But he understood that Гауранга will come and bestow his mercy on him. Но он понимал, что Гауранга придет и прольет на него милость. As a pastime. Поэтому он это совершил как лилу. Хета Прабу Гаура Чандра Шри Видья Виласе Сарвабхаума Шишья Гане Джине Парихасе.
Здесь Видьянагари Гаурачандра легко победил всех учеников Шри Сарвабхаумы, наслаждаясь своими играми великого пандита. Ньяя панки кори прабу сакале харай, кабу Видьянагарите айсе гаурарай. С помощью безупречной логики Гаурахари побеждал всех оппонентов в споре. Адьяпака гана ар, адуджарган, хариджата хой сабе коре халаян. Учителя и их ученики, потерпевшие поражение в диспуте, разбегались во все стороны. So this is what I was telling in the room today, how Nimai Pandit came here and defeated all of the students. Это то, о чем я говорил сегодня в комнате, что Гауранга Махапрабху, Нимай Пандит, приходил сюда и я побеждал в спорах всех учеников Сарвабхаумы. Гаурангера видья лила апурва катан, авидья чарай таре тар джей коре шраван. Любой, кто услышит об удивительной видья лиле Шри Гауранги Махапрабху, полностью освободится от невежества. So what will happen to us for hearing about this видья лила of Гауранга Махапрабху? Что станет с нами, если мы будем слушать? From what? Yes. Ignorance. Суни джива премананде се веда нагаре. Вяс пите гада гади джай прем бхаре. Выслушав рассказ Господа Нитьянанды, джива, охваченный блаженством премы, стал кататься в пыли Видьянагары на Вьяса Питхе. That's where we circumambulated. Это там, где мы вот обходили платформу. That's called Вяс Питха. Это называется Вьяса Питха. Yes. Нитьянанда Шри Чаране Коре Ниведана. Амара самшай чеда короха икана. Придя в себя, он обратился к Нитьянанде Прабху: Господь, пожалуйста, развей одно мое сомнение. So who's asking Nityananda? Джива. Джива. And he said, I have one doubt. И он сказал: у меня есть сомнение, пожалуйста, развей его. Санкья видья тарка видья амангаламай, кемоне э нитьядаме се сакала рай. Если санкхи и логика считаются неблагоприятными, как же они нашли приют в вечной дхаме? So that's a good question. Это хороший вопрос. If all these other types of philosophies, that they are not true eternal philosophy, so why should this ignorance be here in Navadvip Dham? Если все остальные типы философии не являются истинными, то зачем все это невежество должно быть в вечной дхаме? Because Sankhya and also Nyaya, logic, they are very inauspicious. Потому что Sankhya и Nyaya очень неблагоприятны. I'm very good. How are you? Yes. Stayed 1 year and 1 year. 2 years. 1 year. One year. My elder brother and his son. Yeah. 1 year. I am and my son. This seva continues. Yes. 1 year, 1 year. You are doing the seva here. I am the elder brother. He was the elder brother and my nephew. Ah, okay. My son is very excellent result in Uccha Madhyamik. Okay. He takes number 92.4%. 98 only English. That's because he's in Vidyanagar. Handy reading English honors now, Government College, Krishnanagar. Oh, very good. I'm very happy. He's super artist. Okay. And he keep mridanga and tabla. Oh, very good. We are release song YouTube channel. Oh. My daughter Sukriti Roy Chatterjee, YouTube. 41 songs. Rabindra Sangeet, Najrul and Bhakti Giti. She is super singer, Rashtrabigyan honors and a classic Rabindra Sangeet 6th year completed. Oh, very good. He is married now. He born at first son. Yes. 1 month, only one. Oh. Came again and taking Mahaprasad. He's here. Taking Mahaprasad, yes. To me. Oh, okay. I am eating Mahaprasad on hands. Oh. Next year. Achcha. I am very happy to hear. All progresses continues
leading man, all progresses. Yes. This Nath Mandir work, yes, both very quickly start. Yes. 1 month, after 1 month complete, Nath Mandir. Okay. Fittings of tiles. Yes. And all new decoration. Oh, very good. And you give many, many shubhechha this work now, and complete this work. Yes. One bhakto from Calcutta, Bhimbadra Shah, complete this Nath Mandir. Oh, okay. He was very, very near relative. Oh, okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. When it will be completed? After how long? 2 months. After 2 months. After 2 months. Achha. They will put because tiles. Because back of lockdown. Oh, yeah, yeah, yeah. Continue lockdown, lockdown. Okay. So he left. Achha, achha. YouTube, Sukriti Raja Chatterjee, my son. I can son. Keep this? Haan. Okay. Keep this in your bag. I want to give you some donation for this construction. Koi baat nahi, no tension, no tension. No, I know, but I want to give to you. You are always happy. Because I have come on Navadvip Dham Parikrama, and I want to do seva. You come again, yes, any times, calling thank to you. Me, yes, and taking Mahaprasad at noon. Okay. We are we will do that. Any together. Yes. We are sitting in together and taking Mahaprasad. Yes. Hare Krishna, Jai Vidyanagar ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Navadvip Dham Vasi Gan ki Jai, Vidyanagar ki Jai. Yes, very nice how you have made now. Toilets, bathroom, and yes. I thought 10 toilets. Okay. One, two, three, four, 10 toilets. Complete. Okay. Very good. 2 years, achha. Only 2 years. Okay. I am put in board. Yeah. This previous priest, late Swargiya Jivan Krishna Rai Goswami, is latest son, Tapan Kumar Rai Goswami, making these toilets free of all board bhaktas. No charges. Yes. Very no good. Cost. Very good. All years. Mahaprabhu is sending. He is sending. I am staying New Delhi, Rajouri Garden, 22 years. Okay. I came back when my father was very seriously. Yes, yes. I seva very carefully and devotees. Okay. And he was dead. He is no more us. But he was many, many ashirvad to me. Uh-huh. He gave of Nityananda's hands to me. Uh-huh. He put on Nityananda's hands. Nitai Pada Kamalo Kati Chandra Sushitala. Hare Krishna Jai. Hare Krishna Jai. Aapka koi contact number? Okay. Hare Krishna. You can give your number. Just tell. I should give him. Yeah, give him your number. The contact number. Your number or my number? Your number. My number. Yes. 601 605 608. Thank you. Thank you. Okay, Prabhu, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna. So, where were we now? Yes, whoever hears about the amazing is freed from all ignorance. Then Jiva Goswami question, made a request, yes, that we can repeat that shloka number 44. So Sri Jiva made a request at the lotus feet of Sri Nityananda Prabhu, O Lord, please clear this doubt of mine. The knowledge of Sankhya and logic are inauspicious, so how can they have any place in this eternal Dham? Итак, придя в себя, Шри Джива обратился к Нитьянанде Прабху. Господь, пожалуйста, развей одно мое сомнение.
Если Санкхи и логика считаются неблагоприятными, как же они нашли приют в вечной Дхаме? So then when Nityananda Prabhu heard the question of Jiva Goswami, then he embraced Jiva Goswami and he answered his question. Когда Нитьянанда Прабху услышал его вопрос, он обнял Дживу и ответил на его вопрос. And as he was embracing Jiva Goswami, he said, Hari Bol, Hari Bol. И обнимая Джива Госвами, он произносил Hari Bol, Hari Bol. And he was giving him so much affection. И с большой любовью обнимал его. Прабура Павитра Даме Нахи Амангала Тарка Санкья Свата Нахи Хитая Прабала Бхактир Адхин Сабад Бхакти Дасья Коре Карма Доше Душта Джане Випарьяя Дхаре. So then Nityananda Prabhu said, и Нитьянанда Прабху сказал, О Джива, no inauspiciousness can exist in this pure holy abode of Sriman Mahaprabhu. В чистой святой обители Шримана Махапрабху не может быть ничего неблагоприятного. Nothing inauspicious can exist here. Здесь не может существовать ничего неблагоприятного. Sankhya and logic by themselves, they are actually devoid of potency here. Сами по себе Санкхи и логика здесь не имеют силы. They are dependent on bhakti. Они зависят от бхакти. And they serve bhakti. И служат ей. So people who have become wicked because of their sinful activities, those people, they turn everything upside down. Но люди, запутавшиеся в собственных грехах, склонны все искажать. So here, bhakti is the supreme goddess. Здесь бхакти высшая богиня. Who is the supreme goddess here? Bhakti Devi. And all others, they are her servants. А все остальные ее слуги. The purpose of logic, the purpose of yoga, sankhya, and all others, the only purpose is for them to illuminate bhakti. Цель логики, йоги, санки и других видов знания – помочь проявиться бхакти деви в сердце человека. So in this abode of Navadvip Dham, these nine limbs of bhakti, devotional service, they are always very prominent here. Навадвипа – это обитель девяти видов преданного служения. Здесь карма и гьяна всегда служат бхакти. And karma and gyan, what are they doing here? They're serving bhakti always. They're subordinate to bhakti. Они всегда подчиняются бхакти здесь. So to those persons who are against Bhagavan, they are averse to Bhagavan, then the scriptures, they give them wicked intelligence because they're against Bhagavan. Even they study the scriptures. Людям, кто настроен враждебно по отношению к Господу, Писания дают искаженный разум, искаженное знание, даже несмотря на то, что они изучают вроде бы те же Писания. That's what happens to the people who are averse to Bhagavan in this dham. Even if they study the scriptures, they become wicked. Вот что происходит с теми, кто против Бхагавана. Даже если они здесь в Дхаме изучают Писание, они получают искаженное знание. Okay. Punch minute. Okay. So, but to those persons who study this knowledge in this dham, they are very virtuous, so they get good intelligence and they get attachment to Sri Krishna. Но добродетельным людям шастры дают разум, чтобы они развили привязанность к Шри Кришне. So there's two different types of persons. Есть два разных типа людей. И они получают два разных типа результатов. Хотя и находятся здесь, в Навадвипа-дхаме, и изучают Писание. But if someone is against Bhagavan, но если человек против Бхагавана, their mind will become very
against. Он так и будет оставаться против. But if they are submissive to Bhagavan, но если человек покорится Бхагавану, they have very good virtuous qualities, если он обладает добродетельной природой, then the Shastras will give all good intelligence, тогда шастры дадут ему весь благоприятный and also разум attachment to Krishna. И привязанность к Кришне. So, Prodamaya, that's Prodamaya that we saw the other day at Paramatal. Prodamaya, Goradasi Adhistatri Devi, Sarva Yuge Estane Take Gorasevi. Prodamaya, которую мы видели на днях на Параматале, служанка Шри Гауры и главное божество этого места. Служа Гауру Хари, она живет здесь на протяжении всех юг. So she is the presiding deity of this place. This is Prodamaya. Prodamaya – главное божество этого места. And she resides here throughout each and every yuga. И она здесь живет в каждую югу вечно. And she serves Sri Gaurahari. И служит Гаурахари. Yes. So, ati karma dosha jar vaishnavete dvesh tare maya andakori deya nana klesh. Проявляясь как Махамая, Продамая лишает тех, кто оскорбляет вайшнавов, истинного знания и насылает на них всевозможные страдания. So as Mahamaya, she is making all these sinful persons that they are offenders against the Vaishnavas. То есть, как Махамая, Продамая, she makes them blind. Ослепляет разум тех, кто против вайшнавов. And she gives them various types of miseries. И насылает на них различные страдания. But in her form of Shuddha Saraswati, но в своей форме Шудда Сарасвати. Then Prodamaya destroys all sins and all results of fruitive action. Prodamaya уничтожает все грехи и результаты кармы. But if a person offends Vaishnavas, если человек оскорбляет вайшнава, then she keeps him very far away. Она не позволяет ему приблизиться к истине. Because of his aparad. Потому что он совершил апарадху. So such wicked persons, they may acquire knowledge in Nadia, but they will never attain the treasure of Prem, Sri Krishna's lotus feet. Такие греховные люди могут обрести в Надии какие-то знания, но никогда не достигнут сокровища Премы, лотосных стоп Шри Кришны. Instead of knowledge, such persons acquire only ignorance. Результатом их познаний станет лишь невежество. And they can never perceive the magnificence of Sri Gauranga Mahaprabhu's Nadia. Великолепие Нади, принадлежащей Гауранге Махапрабху, навечно будет сокрыто от них. So therefore, knowledge, vidya, can never be inauspicious. Поэтому истинное знание Видья не может быть неблагоприятным. Only ignorance of Vidya, which is the shadow of knowledge, that is inauspicious. Только невежество о Видье, тень знания, несет человеку страдания. Then Nityananda said, "O Jiva." Затем Нитянанда сказал: "О Джива." By Sri Gauranga Mahaprabhu's mercy, all of these tattvas, all of these truths will be revealed in your heart. По милости Шри Гауранги Махапрабху все эти истины откроются в твоем сердце, и ты. And then later, according to Mahaprabhu's desire, you will describe these in your scriptures. И позднее, согласно желанию Махапрабху, ты опишешь их в своих книгах. Shriman Mahaprabhu will reveal scriptures through you, Jiva. Шриман Махапрабху через тебя даст миру недоступные ныне знания. Now let us go to the residence of Sri Janu Muni. Пойдем в резиденцию Шри Джану Муни. Which we will do tomorrow. Харибо. Шри Видьянагар ки джай. Навадвитам парикрама ки джай. Парикрама кори бхакта вринда ки джай. Нитай гор према. ये देखो हमारे तो काफी लोग चल रहे हैं ना पहले सेंट्रल बैंक से भी है और आपके आईसीबीआई
Jaya Vrindava. Shri Govinda Gopinatha Madhana Moha. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindava. Shri Govinda Gopinatha Madhana Moha. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Keshi Ghata Vamshi Vata Dvadasha Kanan. Jaha Sabalila Kailo Shri Nandan Nandan. Keshi Gata Vamshi Vata Dvadasha Kanan. Jaha Sabalila Kailo Shri Nandan Nandan. Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan. Shri Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopagan. Shri Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirti Da Sundari. Jaya Purnamasi Jaya Abhira Nagari. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirti Da Sundari. Jaya Purnamasi Jaya Abhira Nagari. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Mat. Jaya Jaya Krishna Saka Batu Dvijaraj. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Mat. Jaya Jaya Krishna Saka Vatu Dvijaraj. Jaya Rama Ghata Jaya Rohini Nandan. Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jan. Jaya Rama Ghata Jaya Rohini Nandan. Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jata Jan. Jaya Dvija Patni Jaya
Naga Kanyagan Bhakti Te Jahara Pailo Govinda Charan Jaya Patni Jaya Naga Kanyagan Bhakti Te Jahara Pailo Govinda Charan Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Shri Rasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Jaya Jai Ujvala Rasa Sarva Rasa Sar Parakiya Bhave Jaha Brajete Prachar Jai Ujvala Rasa Sarva Rasa Sar Parakiya Bhave Jaha Brajete Prachar Shri Janava Pada Padma Kariya Smaran Dina Krishna Dasa Kohe Nam Samkirtan Shri Janava Pada Padma Kariya Smaran Dina Krishna Dasa Kohe Nam Samkirtan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachi Nandan Jaya Gaura Hari Sachi Nandan Jaya Gaura Hari Jaya Sachi Nandan Jaya Gaura Hari Sachi Nandan Jaya Gaura Hari Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Krishna Jaya Radhe Jaya Navadvipdham, Jaya Navadvipdham, Navadvipdham, Jaya Navadvipdham. Jaya Radha Kunda, Jaya Shama Kunda, Radha Kunda, Jaya Shama Kunda. Jaya Radha Kunda, Jaya Shama Kunda. Nitai Gaura Hari Bol 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 Nitai Gaur Premanandi. So here we are at Ritudvip, the island of Ritudvip, and this island is where, in the just like in different parts of Braj,
in different parts of Navadvip Dham, different places in Braj are manifested. Because Navadvip Dham and Vrindavan Dham are identical abodes. Мы находимся на острове Ритудвип, и поскольку Вриндавана не отлична от Навадвипы, мы знаем от наших ачарьи, что в различных местах Навадвипы Дхамы проявлены различные места Вриндавана Дхамы. So, actually, there's no difference between Navadvip and Vrindavan. They're identical. Между Навадвипом и Вриндаваном нет разницы, они не отличны. And you know that our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he even did this one year. He did the Navadvip Dham Parikrama in Braja. На самом деле, однажды наш Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж даже провел Навадвип Дхама Парикраму во Врадж. And he showed how Navadvip is also in Braja. И показал, каким образом Навадвипа также во Врадже. But we are reading Navadvip Dham Mahatmya, where Nityananda Prabhu is showing. He's revealing how in Navadvip Dham all the different holy places in the universe and all the places in Braj Mandala, they are all here in Navadvip. Но мы читаем Навадвипа Дхама Махатмию, где Нитьянанда Прабху показывает, каким образом все святые места Вриндавана и все святые места со всей Вселенной находятся здесь, в Навадвипе. But the difference is that they are Gupta, Gupta Vrindavan, they are hidden. Разница в том, что эти места здесь присутствуют в скрытом виде. Mm. But because Mahaprabhu is Radha and Krishna combined, and Mahaprabhu is Krishna descending to taste Srimati Radhika's prema, or Unnata Ujjvala prema, so therefore Navadvip Dham is filled with these moods. Но поскольку Махапрабху — это Радика и Кришна вместе, и поскольку Махапрабху пришел, чтобы прочувствовать настроение Шримати Радики, эти места наполнены всеми этими настроениями. So, Rupa Goswami, he has actually revealed what Sri Chaitanya Mahaprabhu taught in Jagannath Puri, which is called Upadeshamrita, Shri Upadeshamrita. На самом деле, в Шри Упадешамрите Шрила Рупа Госвами открыл то, чему учил Махапрабху в Джаганатхапуре. Because Mahaprabhu went to the ocean side. Потому что Махапрабху пошел на берег океана. And he fell into a very deep unconscious state. И погрузился в очень глубокое бессознательное состояние. And then he, the devotees who were surrounding him, they began to do kirtan, and then the kirtan aroused Mahaprabhu, and he came out of that state into consciousness. И преданные, которые были с Махапрабху, начали петь киртан, и благодаря этому киртану Махапрабху вновь пришел в сознание. And then when Mahaprabhu sat there, also Rupa Goswami happened to be there. И Махапрабху сидел там. В это время рядом с ним находился также Рупа Госвами. And what Rupa Goswami heard, at that time Mahaprabhu gave certain instructions. And what Rupa Goswami heard, he wrote that down in verse form, which is called Shri Upadeshamrita. В это время Махапрабху произнес определенные наставления, и, услышав эти наставления, Рупа Госвами позднее записал их в стихотворной форме, что известно нам сейчас как Шри Упадешамрита. Yes, so that Upadeshamrita is 11 shlokas, but the whole process is there. Our Gurudev told that you can never become pure devotee unless you follow Shri Upadeshamrita from first shloka to the last one. В ней всего 11 стихов, но тем не менее там описан весь процесс бхакти. Гурудев говорил, что вы никогда не сможете стать чистым преданным до тех пор, пока не будете следовать Упадешамрите от первого до последнего стиха. So in this way,
This place, Radha Kunda, Shama Kunda, this is the most confidential place where Radha and Krishna can meet in Braj Mandala. Во Враджа-мандале Радха-кунда и Шьяма-кунда — это самые сокровенные места, где могут встречаться Рада и Кришна. And therefore, Radha and Krishna meet every day in their eternal pastimes, and they come in the middle part of the day to Радха-кунда. И каждый день в ходе своих вечных игр Рада и Кришна встречаются друг с другом на Радха-кунде. And here, Radha and Krishna have their most sweet intimate pastimes at Radha Kunda. Они проводят в полуденное время свои самые сладостные и сокровенные игры. Now we know that Radha Kunda, how Radha Kunda was manifested. Мы знаем, как проявилась Радха Кунда. Because Radha Kunda was manifested after Krishna killed Arishtasura. Она проявилась тогда, когда Кришна убил Арештасура. And Arishtasura was in the shape of a what? Арештасур был демон в форме кого? Быка. Быка. Bull. Yes. Bull demon. And in Vedic culture, a bull is considered worshipable and sacred. В ведической культуре бык считается почитаемым и священным животным. After Krishna killed the bull demon Arishtasura, then he wanted to come and touch the gopis and be with the gopis. После того, как Кришна убил Арештасура, он хотел прийти к гопи, коснуться их и быть с ними. But Shrimati Radhika and the gopi said, "No, no, you cannot touch us." Но Шримати Радика и гопи сказали: "Нет, ты не можешь нас касаться, ты осквернен." Кришна сказал: "Каким это образом? Because you killed a bull. Ты же убил быка. Now you're contaminated with all sinful activities. Теперь на тебе лежат все греховные деяния." But Krishna said, "That was not a bull. That was a demon in the shape of a bull." Но Кришна сказал: "Это был не бык, это был демон в форме быка." And then they said, "But still, he was in the shape of a bull, so you cannot touch us. You are contaminated." Но гопи ответили: "Но все же он был в форме быка, поэтому ты не можешь нас касаться, ты осквернен." And then Krishna said, "Okay, how can I become purified?" Кришна сказал: "Ну ладно, как же я могу очиститься?" And then the gopis told, "You have to, call all the holy places in the whole universe to come here, and then to fill, and then you have to bathe in that water, and only then can you become purified." Гопи сказали: "Ты должен призвать сюда все святые места со всей вселенной, и когда они заполнят это место, тогда ты можешь принять тут омовение, и ты будешь очищен." So then, what did Krishna do? Что Кришна сделал? He took his flute. Он взял флейту. And he put his flute a little bit into the earth. Воткнул ее немножко в землю. And suddenly a huge gigantic hole came there. И вдруг образовалась большая гигантская and яма. Krishna called for all the personified holy places. И Кришна призвал все олицетворенные святые места во вселенной. Rivers, everything. Все святые реки и так далее. And they came there in their personified forms. Они пришли туда в своих олицетворенных формах, со сложенными ладошками. And asking, "What would you like us to do? Please give us instructions." Они спрашивали: "Что вы хотите, чтобы мы сделали? Пожалуйста, дайте нам наставление." Кришна ответил: "Я хочу, чтобы своими водами вы наполнили эту яму." So then they did that. Они так и сделали. But then Krishna, he told to the gopis, "Now I can take bath here." Кришна сказал гопи: "Теперь я могу принять здесь омовение." But the gopis, they thought, "Oh, just see how proud Krishna is." А гопи подумали: "Ну посмотрите, какой он гордый." He thinks that he can do anything. Он думает, он все может сделать. But we gopis are more powerful than him. Но мы гопи еще сильнее его. So we will make our own kunda. Мы свою собственную кунду сделаем. And then all the gopis took their bangles and they broke the bangles and they began to dig. Гопи сломали свои браслеты и начали копать браслетами. И очень быстро миллионы гопи сделали большую яму. And then Shrimati Radhika told them that they should all make a long line and they should take from Manasi Ganga in Govardhan, they should bring pots of water and fill the whole lake.
Шримати Радика сказала, что они должны выстроиться в длинную очередь и с Манаси Ганги по цепочке передавать воду, чтобы наполнить озеро. И они начали так делать. But then Krishna saw he went to Shrimati Radhika. Но затем Кришна это увидел. Он подошел к Шримати Радике и взмолился: «О, Радой, пожалуйста, let me fill your pond with my waters». Пожалуйста, позволь мне наполнить твой пруд моими водами. Because Krishna was very submissive to Radhika, а поскольку Кришна подошел к Радике с большой покорностью, Радика была довольна и сказала: «Ну хорошо, можешь наполнить». И тогда из Шьямакунды воды перетекли в Радакунду и хватило на два озера. Шримати Радика, she now became the queen. И Шримати Радика стала царицей Радакунды. And Радакунда is non-different than her transcendental body. И Радакунда не отлична от ее трансцендентного тела. Знаете, насколько дорога Кришне Радакунда? Есть стих из Пуран. It says, и там сказано: «Тата Радха Прия Вишнос Тасья Кундам Прием Тата Сарва Гопишу Сайвайка Вишнур Атьянта Баллаба». In this verse, it is telling, Yata Radha Priya Vishnos Tasya Kundam Priyam Tata. Just as much as Radhika is dear to Krishna, her kunda is as much dear to Krishna. В этом стихе сказано, что Радха Кунда настолько же дорога Кришне, как и сама Шримати Радика. So, Sarva Gopishu Saivaika Vishnur Atyanta Ballaba. Out of all the gopis, Shrimati Radhika is the Atyanta Ballaba, the most beloved from Krishna. Из всех гопи Шримати Радику Кришна любит больше всех. So in this way, Radhakunda manifested in this world. Так в этом мире проявилась Радакунда. But actually, the original Radhakunda is always there, transcendental in Goloka Vrindavan. Но изначально Радакунда всегда присутствует на Голоке Вриндаван. Yamuna Devi and Govardhan and all places are there. Так же, как Yamuna Devi и Govardhan и все другие места. Но в этом мире они проявляются. So therefore, when Krishna came 5,000 years ago, all of these places manifested in the Baum Lila in Braj. Поэтому, когда Кришна пришел 5000 лет назад, все эти места проявились в земном Врадже. And in Gaur Lila, all the transcendental Navadvip Dham and all the pastime places of Braj, they also manifested here. И в Gaur Lilu также в Навадвипадхаме проявились все места. So Rupa Goswami wrote three verses in Upadeshamrita. I'm not going to tell all because it's getting late. Rupa Goswami в Упадешамрите написал три стиха. Не буду их все три рассказывать, потому что уже становится поздно. But he's telling there in these three shlokas that this place, Radhakunda, which is situated near Giriraj Govardhan, is the topmost place in the entire universe. Но он говорит, что Радакунда, которая находится на Гирирадже Говардане, это высшее место во всей вселенной. So who will not take bath in this Radhakunda? И кто же не примет омовение в Радакунде, понимая, что это место наиболее дорого Кришне? And who will not reside on the banks of Radhakunda? И кто не будет жить на берегу Радакунды, doing intensive bhajan, совершая интенсивный баджан? So our Goswamis have all demonstrated this. That they have lived on the banks of Radhakunda, like Raghunath Das Goswami, and they have shown how to do this Vrajvas. Наши Госвами продемонстрировали, как нужно совершать Vrajvas. Они жили в том числе и на берегу Радакунды, как, например, Рагунат Дас Госвами. И мы очень удачливы прийти сюда, Radhakunda на Радакунду в Навадвипадхаме. With our material eyes, we cannot see. Своими материальными глазами мы, конечно, не можем видеть. Но Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж говорил, что единственный способ увидеть
Дхаму. Is through the eyes of это faith. Глазами веры Шрадхи. Only Shraddha. Только Шрадха может открыть нам. So we are praying и мы молимся. Navadvipam Paritrama, we will receive so much deep impressions. За эту Навадвипадхаму Парикраму мы получили так много глубоких впечатлений. And our moods of bhakti will become more deep. И чтобы наше настроение бхакти становились глубже. And eventually, the Dham will reveal to us in our hearts. И чтобы в конечном итоге Дхамма открылась себя в нашем сердце. По милости Нитьянанды Прабху, по милости Гауранги Махапрабху, по милости Панча Таттвы, по милости всех спутников Гауранги Махапрабху и по милости нашей Рупануга Гуру Вараги, наша жизнь станет успешной. Ибол. Jai Shri Radha Kunda Ki Jai, Shri Shyama Kunda Ki Jai, Giriraj Govardhana Ki Jai, Ritu Dweep Ki Jai, Kola Dweep Ki Jai, Ananda Kodi Vaishna Vrinda Ki Jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Nitai Gaur Prim Ananda Vansha Kalpata Vyashta, Kripa Sindhu Vedacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo.